центре магистратуры Института управления экономики и финансов Казанского федерального университета состоялась встреча ректора с молодыми учеными. Рад встретиться с вами. И хочу сказать, что год, который мы с вами провожаем, 19-й год, мы завершаем его неплохо. У нас неплохие результаты, и вы знаете, что мы неплохо представлены, в том числе и во всех международных рейтингах. Впервые попали в рейтинг ARWU, попали в топ-100 по предметному рейтингу Education. Хочу сказать, что в этом огромная заслуга всего коллектива, в том числе и вас, как молодых ученых. Во время круглого стола Ильшат Гафуров озвучил новую цель, которая стоит перед университетом – обеспечить финансирование собственных проектов вне зависимости от изменения установленных регламентов. Сегодня зарабатываем большую часть нашего бюджета, общий бюджет более 11 миллиардов рублей, поэтому мы себе можем позволить разного уровня гранты. Вот сегодня будем сертификаты вручать. И есть желание науку финансировать в грантовом порядке. На следующий год мы постараемся, что при выполнении они будут все-таки не только годовыми, для того, чтобы люди более-менее стабильно себя какой-то период чувствовали. И в обязательном порядке у нас будет не только научно, но и гранты на подготовку учебных образовательных программ. На мероприятии присутствовало 50 представителей наиболее продуктивных лабораторий Казанского федерального университета. За вот эти два года и текущий год реализуется большое количество грантов, которые молодые наши кандидаты, доктора наук выиграли. И в том числе не только кандидаты, да, это основное количество, это, конечно, гранты РНФ и РФПИ. Большое количество грантов президента, есть такие специальные гранты по разным программам, там по направлению БХ, ресурсы Арктики. То есть в целом молодыми учеными реализуется, ну, мне кажется, очень такая серьезная цифра, это 254 проекта, поддержанные различными фондами. Вот. Но эта цифра постоянно с каждым годом растет, и если это перевести уже в финансы, это, ну, порядка, наверное, там уже цифра близится к 1 миллиарду рублей, которые вот этими грантами оперируются. В рамках встречи прошла церемония награждения победителей конкурса на соискание стимулирующие выплаты ректора КФУ для молодых ученых, занимающихся перспективными проектами. Эта выплата существует в университете уже давно и по предложению ректора в будущем году будет расширена, а также разделена на отдельные номинации. Кроме того, ректор обозначил намерение расширить перечень мер социальной поддержки молодых ученых. Эльвира Зорина, Алексей Румянцев, Универньюз.